на себя. Это. А Димарик злится на нас всех. Мы я не злюсь на вас, я сказал, мы что... советуем, а он, наш внутри прям, блядь, как мы задолбали в совете. Я уже тогда сказал, что я на вас не злюсь. Смотри, Диман, сейчас что будет Иван делать? Никита подсказывает, ну, либо мне, либо Ивановичу, либо ты посмотри внимательно, что происходит. Я постараюсь включить именно многообразие пластун, как я знаю с детства. За это меня и били жестко, били предметами, за то, чтобы я так не дрался. Потому что в возрасте, вот как вот ребята малыши были, я хлестался со взрослыми. Со взрослыми, и я их бил жестко, меня за это трубами, битыми, палками и башили, потому что... У меня есть определенная техника. Я научен причинять страдания поставить с детства. Меня научили это делать. Смотри, что как будет происходить. Первое, Диман, первое, сбив. Ой, тихо, вырасти, сбив. То есть я не даю возможность ему. Да-да-да, давай. А вот это твоя как раз, Димарик, левая рука здесь. Ой, тихо, Иван, нормально, плечо. Ой, тихо, тихо, нормально, по одному листу пофигу, да? Давай, давай, посильнее, как бы, как посильнее, посильнее. Сейчас, Иван, приготовься, сейчас будет больно. А, ай-яй. Сейчас будет больно, аккуратно. Нормально, больно, аккуратно. Ко мне повернись. Вот. Никит, сюда вали. Повернись ко мне. Вот это один не удар. Подержи. Смотри. Видишь? У тебя должно быть так, что у тебя вот идет все в одну линию. Вот одна. Точка. Вот вторая. Ты вот эту ногу при втором ударе. Вот это дальнюю рукой. Ты доворачиваешь корпус. Огибай. И ногу тоже. У тебя нога тоже закручивается. Она тебя стоит вот, и ты ее закручиваешь. Запускай по палку удар. Еще. Вот. Вот, уже правильно. Просто бей в одну точку. Бам-бам. Прям по палке. Бам. Далеко от нее не делай. Прям, да, прям по ней. По палке, да. Да. Еще. Так. А теперь такой уровень. Прижми животом. Руками делай. Вот сюда. Вот, все, мы держим, делай руками действие. Делай. По палке. Нет, ты прям вкручивай, прям. И тело, да. И ногу. И да. Бам. Представь, да. Это удар, который в тебя летит. Тебе надо компенсировать, снять удар. Держи палку. Вот смотри. Да. Видишь, что происходит? В голову. Вот сюда. Ты доворачиваешь тело. Ты стоишь, допустим, вот, и ты завернул, вот так вот ты стоишь, да? Вот, и с кем-то. Да. Кто-то на тебя падет, ты отсюда раз. Так. Да, 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 да. Ну нормально, не гони, нормально, нормально. Нижний давай, снизу, снизу. Хук, апперкотик такой. Да, научишься, Дима. Так. Вот, за грибок. Да, туда. Еще. Да. Все, сейчас идем. Нет. Домашнее задание, Диман. Иван, домашнее задание. Крутишь, крутишь руками. Крутишь, да, крутишь, Диман, крутишь, дома, крутишь, дома, крутишь. Просто, допустим, тебе нечего делать там. Стоишь, чайник ждешь, постоял. Просто поработай. Раскидай. Попробуй вот так постоял. Вот так постоял. Боковые понакидывал. Вот так постоял. Вот так. Потом пришел на тренировку, допустим. Смотри. Подошел так, груш. Там. Подошел.
Вот что Диман, что Иван, вот что Никита, да. Парни, принцип. Руки как плетки должны быть. Да, они у тебя должны быть. Легкие. Быстрые. Да, как ты а ты напряжен, Но при этом, да, расслабься. Должен стоять расслабленно. Вот и стоишь. Если что, в моменте напрягаешься при ударе. Не седай сильно ударить, просто напрягись. Смотри. И вот. И вот, встал, вот, поставь, вот. Встал, прямой, это сделал, да. Вернул, довернулся всего. Вот. Надо танцевать научиться, плясать научиться. Вот, стоп, нет, там знаете как, я тоже раньше, у меня тоже было вот так, где я стоял. Я просто дома стою, мне нечего делать. Вот, да, конечно, делал, конечно же, конечно, и телом да, двигаться, конечно. Стоп, сами из себя. Делай тебе вообще где-то дома. Иваныч, вперед нормально, по дракам молодчик, как бы это. Я знал, что у вас он у всех скульптур, но у тебя с габаритами, сейчас пользуемся грамотно на вот этой темы. Но опять только, Диман, чтобы вот это все не вышло, не выросло какую-нибудь хуйню дикую, что ты кого-то со злости возьмешь и сломаешь челюсть, потом тебе столько проблем создадут. Потому что люди иногда, вот например, смотри, пример. Диман внутри достаточно злой, он гневливый. Он снаружи спокойный, такой философский, но внутри он очень злой, он может взорваться. Например, Иван по спокойствию, по своему, сколько лет наблюдаю, он спокойный. Ну, всякое может быть, но во всяком случае он не будет из-за страха бах, ломать челюсть. Во всяком случае, я догадываюсь. Артем, он еще более другой, потому что он понимает, измеряет силу, но каждый из нас может зверь, особенно Диман, да, со злости. Кто-нибудь тебя допекет, ты будешь так стоять. И просто ты ему раз в ногу дашь, он упадет. И все, у него челюсть сломана, допустим, упал, головой ударил. Может сдохнуть. Да. Вот в чем проблема. Нет, ты здесь, ты вот так делаешь. Напряжен, внимание. И поставь вот, да, кулаки, вот, у тебя вот они будут. То есть вот, у тебя должно быть раз и два. Он учится готовиться к операции. Вот, вот так. Диман, вот как только... всегда здесь. Ты защищаешь челюсть. Вот, тебя кто-то напрягает на мучаке, честно? Ты говоришь, здравствуйте, братан, прежде чем это сделать, поговорим. Ну, прежде чем кого-то бить, вот, подумай. Вот так, вот, и дай бог просто кого-нибудь это, чтобы поймет. Потом скажешь, Ванька меня научил вот, людей бить. Вот. Да? Ванька, Артем, да, там, Никита вот, меня учили бить людей, а потом просто да, коллегу да, кому-нибудь оставишь. Ну, да, 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 да. Да, ну ты, да. Вот, да. По типу того, ладно, пробуй сначала. Просто аски модные, поэтому я переживаю. Раз, два. Левый удар у тебя под шаг. Да, ты раз, левый. Вот, знаешь, какой прикол, парни? Вот сейчас все пока делает. Сейчас прикол, посмотрите. Вот сейчас здесь ошибок ты дружишься. Стоит на одной линии вот этого состояния. Ты как, парни, вот тема. Ты готовишься для соревнований или просто так, для себя? Для себя смотри, самый первый, по-дедовски. Вот как уметь правильно защищаться? Вот самое важное, да, не, погоди. Вот, например, просто руки положи так, ноги стоишь спокойно. Вот самое первое твое действие, вот ты поднял, все. Самое, ну, не, разве я так? Я отошел чуть назад, все. У тебя нога сзади. Все, да, ты поднял одна руки, сзади, все. Одна сзади, одна спереди стоит. На одной линии вот это убери, вот сюда. Ноги даже широко не ставишь. Зачем ты широко ставишь? Вот, чуть присядь на ногах. Чуть вот, амортизируй. Вот, амортизируй. Вот, поставь. Теперь смотри, никто не должен знать, что ты умеешь драться, если мы про хулиганов рассматриваем. Встал в такую стойку, все, достанут нож, блядь, пистолет, застрелил. Да, ты вот стоишь отсюда, просто так, допустим. Поставь, не бойся. Встал, шаг назад. Ты же так, ты же не вот так ходишь. Ты же двигаешься вот так, правильно же? Вот ты должен как-то двигаешься. Встань вот так. Теперь момент. Видите, теперь момент. О, плёт, руки плёт, во, а теперь смотри, алло. Что ты ему собрал, сюда выбросил, скрутился, выбросил, скрутился, выбросил, тихо, руку только сломай, так это скрутишься. Всё, понятно. Всё, да. Надо просто внимание на этом сделать. Сейчас нормально, человек, улавится. Никитовский, Никитовский, хороший, ладно? Ну, если там что-то происходит, выйду здесь. Пообщаемся, если вдруг, особенно, это, для мордой дела не гоняйте, прошу, пожалуйста. Наши любимые женщины, мамы, сестры, дочери, всякое, да, может быть, они причиняют много страданий. Просто успокойся и все. Воды эти ваши по-мужски, по-братски, по-человечески. Все, не гони. Димарик,
Ну а ты на нас не злись. Показываю здесь. Вы сами пробовали драться, подсказываете мне здесь. Куча информации. Ну и да, с ума сходишь. У меня просто был опыт на разных мероприятиях, когда ору там из каждого угла. Думаю, блядь, да это хорош, вы что-нибудь подсказываете здесь. Я не из-за совета, в принципе, потому что я не мог. Ну, слева одна говорят, а другая тоже. Ты напряжен, мы тебе одно и то же говорим. Дай волю, раз ты напряжен. Все, Диман, да? Все нормально? Все, парень, не ругайтесь. Будет большой коврик, будет получше. Вообще, второй раз ты с Маньком ведешь уже второй раз. Ничего. Ну, Z это знак, значит, технически. Опять тоже, ты же вкидываешь, кожа у нас рвется хрупкая. Я вкидываю почему-то, блядь, только... Вот так, у тебя как будто вот так идет, знаешь, Не, у меня две тяжкие. Ты попадаешь от его локти, у Ивана руки рычаги, он закрывает хорошо, а локти мы ему отбиваем. Смысл такой, надо делать такую тему, боже. Как бы что? И ты показываешь просто, ну что потом не помешает кинуть посередине. Боже, просто прям. Да. И все, вот это нам хочется как зрителям. Захотим пощелкаться, закроем дверь и напишем, что нет претензий друг к другу и поебашимся как бы нормально, все это если захотим. Только сейчас сначала до этого надо дорасти, чтобы каникулы были, чтобы пару недель зажить можно было. Если интересно будет, то реально можем по это похлестаться. Парни. Нормально все? Все, всем здравия, все, надеюсь, до завтра, либо до встречи скорой. Все забрали! Чего? Все забрали? Давай. Телефоны, документы, да. Ключи, все, всего доброго. Сергей Геннадьевич, можете подать на пульт? А, вот эти вот. О, Миша позвал, все забрали, да? Почему один? А там второй вроде включен. Все, видишь, как хорошо. Я благодарю, все внимание. Все, не здесь, понял? До свидания. До свидания. Да. Дела. Дела.
Да, дела. Эх ты, блин. Такое, понедельник, 29 января, 2024 год. Будьте здоровы, до свидания.